Дорогие граждане, сегодня погибло 60 детей. Правительство говорит, что мы сделаем все возможное. Я клянусь вам. Слова железного человека. Из-за тебя мой сын сейчас мертв. Кровь его на твоих руках, Старк. Но я не имею к этому никакого отношения. Правда? А кто тогда спонсирует команду Мстителей? Кто говорит детям Трико, что они вне закона? Что ж, рад сказать, что закон об акторегистрации был принят. Теперь каждый герой должен раскрыть свою тайну личности и зарегистрироваться. Что ж, капитан, как я полагаю, вы уже ознакомились с правилами, которые я вам дала. Да, Хилл, ознакомился. И хочу сказать, что это мне не нравится. Если кто-то не зарегистрируется, мы что, будем драться друг против друга? Капитан, это уже дело правительства, что они будут делать с супергероями. Хилл, я вам вот что скажу. Я ни под чью дудку танцевать не собираюсь. Капитан, вы либо за, либо против нас. Теперь вы понимаете. Я надеюсь, что мы придем к согласию. Да, не волнуйтесь. Продолжайте акт регистрации, а Кэпа я возьму на себя.